30 июня в Финогорском культурном центре Российской Федерации стартовал новый веб-проект интернет-сайт «Финоугровитель». Создание нового интернет-ресурса осуществлено на некоммерческой основе при государственной поддержке. Деятельность сайта направлена на сохранение и популяризацию культуры, языков и традиций финно-угорских народов. На телевизионном сайте будут размещаться видеосюжеты, освещающие жизнь финно-угорского мира. Видеоматериалы подготовлены телевизионной группой Финно-угорского культурного центра Российской Федерации и предоставлены национальными телекомпаниями финно-угорских регионов. Аналогов этого проекта как в России, так и в финно-угорских странах не существует. Интернет-ТВ интересно, удобно, быстро.